Ну что, ребятушки, сегодня я залезла не очень высоко. Мы даже вообще не поняли, что мы залезли. На 1500 примерно. Вот. То есть все, уже начинаю быть более-менее натренированной. Но было полдня, было дождь. И мы все время сидели, ждали, блин, когда это... Вот посмотрите, здесь какая скамейка огромная, да? Мы сидели, ждали, когда это дождь закончится. Вот. Вот сейчас мы дошли до этого пункта, где вот... Ну, как то, что дает, он там просто по картам смотрит. Вот, и сейчас пойдем обратно спускаться, я вам очень интересные вещи покажу. Во-первых, скобы на вообще, вот просто доказательство того, что никто... Вот это вот мы оттуда начали, оттуда мы начали, видите? То есть, ну, не совсем оттуда, конечно, поднялись. Ну, и спуск я вам тоже покажу. В общем, ладно, все, пойдем. Сейчас я только чуть-чуть попью, немножко воды. Вот. Ну, в общем, вот, красоту я вам покажу. Вот, там классные вещи именно в нашем стиле. Надо поработать, конечно. Поэтому сейчас, спускаясь, я буду вам все снимать. Покажу вам. Пики. Да, я уже поняла, что я уже, конечно, достаточно тренированная. То, что даже не поняла, что мы уже пришли. То есть мы думали, ну, дорога закончилась, мы думали, куда идти-то, да? Оказалось, что мы пришли уже. Прикиньте, да? Мы не могли поверить. Вот сейчас я с фонтанчика попью. И пойдем обратно. И там много интересного. Сейчас вам поснимаю. Где-то еще 4 видео сделаю. Потому что пока спускаюсь, там все наше. Скобы вообще в домах, которых там уже никогда... Не то, что они уже не живут, уже никогда не жили. Так, ну что, я попью. Не потеряли телефон. Про номи прендеры. Си, про аспекта. Что? Он сейчас вам покажет. Он. А я попью. Ребятушки, я попила, короче, она сейчас покажет вам. Так, все устроено. Браво, браво. Видите, как водит медленно, как вам нравится. Сейчас немножко сделаю фокусировку. Молодец, провести. Вот. И, короче, Алла Кроче Дель Фаджо, видите? Короче, здесь, типа, вот этот вот, видите, вот этот вот крест, да, типа, поставили, мол, где-то примерно в 45-м, опять вот мне нравится, когда они пишут, что они вот все вот эти вот памятники какие-то там, ну, это же тоже памятник, в общем. Там, помните, вот этот наш орел-то, орел в Швейцарии-то, в Сен-Пион, это моем любимом, тоже ведь в 45-м, в 44-м поставили, это тоже, значит, в 45-м поставили, да, то есть странно. Вот прям война идет, да, они вот думают о том, что вот как бы это, поставить за место упавшего, значит, дерева, подожди, чуть-чуть я отправлю. Вместо упавшего дерева вот поставить крест, да? В 45-м. Вот, интересно. Вот, ну сейчас будем спускаться. И будут наши стены. Ну, это и понятно, это всегда. Но будут еще и вот интересные домики. И вот как раз вот, так как сегодня не так уж сильно, я говорю, что мы смогли пройти только поздно. Вот. Вот, посмотрите. Да, так, идет камень, да? Как будто это дерево расщепилось. Посмотрите. Посмотрите, да? Смотрите. Вот. Ну, все нормально. В общем-то, мы сегодня уже там походили. Сначала сходили на этот... Посмотрите, да, как будто дерево. Сходили на один водопад. Вот, да, там засняли немножко. Ну и вот теперь сюда. И это, наверное, видео, я вот, не знаю, только во вторник уже будет заливаться. Скорее всего. А, посмотрите. Как слюда, да, посмотрите? Вот. Кэтча. Куда-то бежит.
какой-то пошел. Хочешь посмотреть, что там дальше? Потому что им мало. Так, у меня, по-моему, какой-то паучок на меня ползает, я чувствую. Коровушек вам сниму сейчас, хорошеньких. Ну что, знаете, как бы, так как у меня никчемный, бестолковый канал, я снимаю все, что вижу. Вот. Все, что связано с тем, что можно потрогать. Вот такой вот этот камень, да? Смотрите, прям шиба, да, такая, смотрите, многорукая. Вот этот фаджа сломался, который... И вместо него поставили этот. Я не знаю, что это за фаджа. Это что, ясень какой-то, да, видите? Вот у него листья такие. Так, смотрите. Козычи. Таньте. Прикисай на туда. Ага. Дике. Дике. Козыка и потом. Ке-ке, дике, козы. А, нальбер. Сагрохировал дерево. Вот сейчас я вам сниму подъем. Подъем здесь хоть и легко было, но извините меня, посмотрите, очень крутой. В общем-то, подъем. Тут постоянно наши идут. Аспекты вот. Бай-бай-бай-бай. Вот наши идут, видите, вот постоянно вот эти вот. Вот мол, он бы мне обязательно скажет, видите, вот. Постоянно будут идти вот эти поперечные. Причем такие достаточно широкие вот эти штуки. Мол, для воды, да? Для нисходящей воды. Ну-ну. Тоже, наверное, в 45-м году сделали. Сейчас будут наши стены, сейчас вы увидите. И вообще, вы посмотрите, посмотрите, да? Посмотрите, какой спуск. Видите, какие камни, да? Посмотрите, посмотрите. Вибрация вообще зашкаливает, да? И вот стены эти, вот просто из земли вы... выходит. А почему они не всегда? Потому что я вам говорю, что так как стены идут волнами, вот, скорее всего, волна какая-то другая, другая часть этой стены идет глубоко под землей. Потом выходит на поверхность, потом снова вот так идут они волнами. Видите, да? Какая вибрация, да? Расщепление такое вообще. Вот. Как следа, да? Ну, это даже очень хорошо сегодня, что... Вот посмотрите, посмотрите, какой спуск, да? Что сегодня такой не... Ну, то есть это получается в два раза меньше мы, чем обычно идем, сходили, да? Но сейчас вы посмотрите, какой там будет крутой спуск. То есть был подъем крутой, да? Естественно, видите, опять поперечная эта дорога. Вот, и... Потому что, так как я вообще убилась в Риме, вчера у меня просто была инвалидность по спине, на самом деле. Вот, посмотрите, тоже даже корка видна стены. Вот. Сейчас будет немножко вот так вроде ровно, а потом опять фум вниз. Да, телефон вообще, конечно. Нужно постоянно следить, чтобы он не...
Ой, уже 10 минут, ничего себе, я уже 10 минут записываю, видите? Смотрите, какой камень, да? Смотрите, вообще, просто невероятно, как слюда, да? Смотрите, вообще. Вот, видите, идет все время вот этот поперечная дорога вниз, да, кстати, да? Вот, и, скорее всего, это типа канала реки небольшие. Видите, все время идет, посмотрите, вот как бы вроде земля, да, посмотрите, но все равно идет, видите, видите, наконечником, всегда. Здесь уже видно, что это стена, вот, не просто тут гора какая-то. Сейчас не помню, вот сейчас, по-моему, будет резкий спуск. Вот пока еще не сейчас. Я сегодня даже, ну, в общем-то, наверное, всего лишь один раз остановилась, когда вот... Даже не остановилась, когда вот мы вот сейчас вот будет спуск, вы сейчас увидите. Даже вот в этот подъем я не отдыхала уже, а отдыхала в начале. То, что сразу в начале тяжело. Мне, например, тяжело в начале. Потому что сразу, когда мы начинаем идти, он сразу идет резко вверх. И вот в этот момент организму тяжело. Слава, вот видите, точно канал рек, видите, спускается туда. И посмотрите. И тут идет, посмотрите. Вот туда туннель. Видите? Вот так вот. Нормально? Жалко, залезть не могу. Это идет вот под землей, понимаете? И вот стена тут. Все, видите? Вот стена. Вот, смотрите. Крапива тут даже. Знаете? И вот как бы это же интересно, вот почему одна и та же, смотрите, да, одна и та же растительность. Одна и та же растительность. Что значит наверху на горы, да, если подниматься, что наверх подниматься ко мне в Карелию. Например, вот здесь точно так же, вот где-то примерно после 1000 метров, 1200 примерно, да, 1300, все идет как в Карелии. Вот, кстати, наш домик вот с этими штуками, которые тут пытались листьями что-то снять. Чтобы, видите, в дождь можно было тут укрыться. Накрыли листами. Фиг знает, я не знаю точно. Вот, видите, опять спускается вот эта стена. Как вы видите, идет. Вот, сейчас будет резкий спуск, ребята. Сейчас обалдеть. Вот, пожалуйста, идет стена, да? Вот кому-то нужно было делать стену специально для... Кстати, посмотрите. Для того, чтобы прийти вот к этой кресту, да? Вот такую вот стену. На 1400 забабахиваете, да? Понимаете? Посмотрите, посмотрите. Еле-еле стою, посмотрите. Смотрите, какая красотень, да? Смотрите. Ой-ой-ой. Смотрите. А до этого вы бы видели еще час назад, ну не час назад, но полтора часа назад был дикий ливень. Дикий ливень. Видите, она как еще? Она еще, видите, наклонена. Как обычно у нас тоже, видите, наклонена вправо к лесу. Вот. Был дикий ливень и гроза. А сейчас уже как будто ничего не было. Видите, опять идет. Причем опять, кстати, по видите, волной. Волной загибается, видите? С поворотиком. Ну, чтобы уж если строить, так вообще по максимуму неудобно. Там классно тоже, видите, это холм, да, видите, между горами. Вот тут идет, кстати, стена, видите. Так идет по всей, видите, это ободок, то есть дорога идет. И вот этот ободок из, типа, насыпанных просто камней. Хотя это стена.
О, посмотрите, видите, как видно, что это стены из травы выглядывают, видите? Вот опять. Я считаю, наш променад в горы тоже классный. Во-первых, и релаксирующие люди, нервные, могут отдохнуть. Вот. И познавательные в плане нашей теории. Все здесь особенно, все подтверждается, потому что мы тут не в городе, а в горах на 1500 метров, да? Вот, и сколько я уже вам сняла выше 1000 метров всего странного. Да, горы надо объединять уже в один. Но если я объединю в один плейлист горы, так там у меня будет, если я каждую неделю хожу в горы. Вот. Так. Разрушенные домики или растущие. Росли и не доросли, да? Смотрите, там вообще, кстати. Ромашки. Не, ну вообще как в Карелии. Смотрите, везде, видите, через несколько метров идет. То есть это, скорее всего, идет под землю. Потому что откуда это выходит? Вот идет туда, видите. Да, деревья странные вообще. Тоже создание. Вот, кстати, как дорога идет, да? Тоже наклоняется, как ралли, блин. Вот посмотрите, хотела вам показать еще крышу нашу, которая тоже растет, сама образуется. Да, смотрите, как переходит стена и крыша. Практически есть момент, где вообще нету границы. Смотрите, вот тут. Смотрите, абсолютно нет границы между стеной и крышей. Видите, тут крыша, а тут уже стена, да, кстати. Знаете, черепица она такая, да? Смотрите, какая тут лепёха. Корка. Вот скажите, разве это похоже вообще на жилой дом для людей? Абсолютно. Тут даже, посмотрите, двери нету. Это не дверь, это просто отверстие. И вот там присобачена дверь. Но это, посмотрите, это разве можно назвать окнами? То есть это вообще можно назвать жильем для человека? Невозможно. Понимаете, это мы считаем домиками. Но это то, что вот мы называем домами, это не дома. Блин. Просто не дома. Туда идет, посмотрите, под землю. Видите? Тут даже видно, как стены идут ступенями. Даже в траве видно. Пытается зайти в дом. Так, ну ладно, я сейчас другое видео включу. Пока-пока.